Добрый день, уважаемые зрители. В 17:30 московское время начинаем наш внутридневной анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, Веселин Петков. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики. Здравствуйте, Козырев Сергей. Всем привет, я вижу ваши плюсики, то есть понимаю, что все нормально с трансляцией. Как всегда, в самом начале рассматриваем основные макроиндикаторы, которые были опубликованы за последние 24 часа. Потом рассмотрим основные экономические события и в самом конце все валютные пары. Для этого открываем наш экономический календарь. И давайте посмотрим, какие индикаторы были опубликованы после нашего вчерашнего аналитического обзора. Значит, сначала был опубликован индекс рыночной стоимости жилья по США. Этот индекс не так сильно повлиял и смог повлиять на американский доллар, но видно, что у нас практически по факту значение ниже предыдущего. Американский рынок и американский доллар чувствителен к индикаторам рынка жилья, так что если здесь было бы получше, то это было бы хорошо для американского доллара. Видно, что вот это значение не смогло оказать практически никакой поддержки американскому доллару. Скорее всего, был негатив для американского доллара. Были выступления Уильяма Дадли из ФРС и тоже Чарльза Плоссера. Чуть попозже в новостях мы рассмотрим, о чем они говорили. Видно, что было тоже размещение 6-месячных векселей и 3-месячных. Ставки немножечко выросли, но это пока не так важно. Утром был опубликован индекс ведущих экономических индикаторов по Австралии от конференц-борда. Видно, что у нас положительное значение, улучшение по сравнению с предыдущим периодом. Это хорошо для австралийского доллара. Плюс был опубликован протокол заседания Резервного банка Австралии. Чуть попозже мы его откроем. Была опубликована тоже статистика по Китаю. Именно прямые иностранные инвестиции в годовом исчислении. Видно, что рост сохраняется, конечно, чуть ниже, чем по сравнению с предыдущим периодом, но хорошая статистика по Китаю всегда оказывает поддержку австралийскому и новозеландскому доллару. Инфляционные ожидания Резервного банка Новой Зеландии, мы их не рассматриваем. То есть, давайте тогда быстро я хочу открыть вот этот документ по Австралии, посмотрим, что там было опубликовано в минутках, так как мы всегда это делаем. Практически я прочитал детально вот этот документ, никаких существенных различий по сравнению с предыдущим не нашел. Сейчас загружается страничка. Так, пока мы ждем, давайте рассмотрим, какие у нас еще индикаторы были опубликованы. Индекс опережающих индикаторов по Японии, улучшение. Видно, что по факту и первое, и второе значение лучше, чем за предыдущий период. Это оказало маленькую поддержку японской иене, но мы сами знаем, что иена уже выше вышла из симметричного треугольника, так что отдавать предпочтение японской иене я бы не отдавал. То есть тоже были опубликованы сегодня индикаторы по Германии, достаточно важные индикаторы. Первый — это индекс настроений в деловой среде института ZEW. Видно, что у нас значение лучше, чем месяц назад, практически лучше, чем ожидалось. Плюс индекс настроений в деловой среде тоже от института ZEW. По Германии, по факту, и это значение лучше предыдущего. То есть понятно, что вот эти индикаторы, которые были опубликованы в 2:00 московское время или 12:00 восточноевропейское время, оказали маленькую поддержку европейской валюте. Потом были опубликованы такие более второстепенные индикаторы, как, например, объем производства в строительном секторе в месячном и в годовом исчислении. Видно, что у нас нисходящий тенденция, но в целом вот эти индикаторы не так сильно повлияли, плюс вот эта группа индикаторов не так сильно может повлиять на евро. Строительный сектор не так сильно влияет на европейскую экономику. Что у нас было еще практически опубликовано? Индекс расходов на обеспечение занятости только что 3-4 минуты назад. По факту значение чуть хуже, чем ожидалось, чуть хуже, чем по сравнению с предыдущим периодом. Тоже это не может оказать серьезную поддержку американскому доллару. То есть, если публикуется плохая статистика, не надо ожидать, что
Доллар может вырасти, плюс мы в преддверии публикации минутках в США завтра вечером. До конца дня практически у нас тоже нет никаких важных индикаторов. Несколько выступлений Чарльза Эванса, тоже Лю, секретарь казначейства США, выступает. Индикаторы по розничным продажам, они вот эти индикаторы не так важны, потому что именно Retail Sales публикуется, думаю, что либо завтра, либо послезавтра по США. Что у нас завтра утром? Есть индикатор, это по Австралии от Westpac, индекс опережающих экономических индикаторов. Все индикаторы Westpac влияют как минимум краткосрочно на австралийский доллар. Утром выступает Бен Бернанки, до этого практически или в это время публикуются важные индикаторы по Японии, именно экспорт-импорт плюс сальдо торгового баланса без учета коррекции и с учетом сезонной коррекции. Сами знаем, что Япония является экспортной экономикой, то есть вот эти индикаторы важны. Но не забываем, что во второй части этой недели будет заседание Банка Японии, так что в преддверии вот этого заседания статистика не так сильно может влиять. Завтра выступление заместителя главы Резервного банка Австралии, а в пятницу самого выступления главы Банка Австралии будет Глена Стивенса. Так что имейте в виду, что вот эти выступления, они достаточно важны. Индикаторы по Китаю, еще индекс активности во всех отраслях в Японии, несколько индексов по Германии, но... Ключевые события завтра, если вы торгуете британским фунтом, вот здесь голосование по денежной политике, то есть по процентной ставке, по количественному смягчению, плюс протокол заседания Банка Англии могут существенно повлиять на британский фунт. То есть, если вы торгуете британским фунтом, завтра является ключевое событие, и в дополнение надо учитывать то, что завтра поздно вечером публикуется и протокол от предыдущей встречи ФРС. То есть, по паре фунт-доллар завтра после вот этих событий пара может определить свою дальнейшую тенденцию. То есть, это очень-очень важный день для этой пары. Индекс экономических ожиданий от ZEF института публикуется по Швейцарии. Тоже не так сильно думаю, что этот индикатор может повлиять на швейцарский франк. Но зато публикуются все индикаторы по инфляции завтра в США. Инфляция является вторым по значимости пока индикатором для доллара. Розничные продажи тоже публикуются в США. Это очень-очень важно, имея в виду, что месяц назад они снизились из-за шатдауна в США, правительственного шатдауна. Если у нас сейчас есть рост, то это окажет хорошую поддержку американскому доллару, так как приблизительно две трети ВВП страны приходится на потребление, на consumption, так что эти индикаторы могут вместе с индикаторами по инфляции повлиять на американский доллар достаточно сильно. Продажи существующего жилья плюс за октябрь в месячном и в годовом исчислении. Тоже индикаторы по рынку жилья очень-очень важные. И не забываем, что завтра вечером практически в 10.00 должно быть, или в 11.00, если я не ошибаюсь, получается, московское время, публикуется именно протокол от предыдущие встречи ФРС. Вот это событие ключевое на этой неделе и практически в этом месяце может оказаться ключевым событием. Какие у вас вопросы по макроиндикаторам? То есть завтра очень важный день для Британии, для фунта и для США. Публикуется инфляция, розничные продажи и протокол от предыдущей встречи. То очень важное событие. Видно, что что-то с страничкой RBA не так. Быстро открываем вот эти минутки, если получится. Текст практически дублирует то, что было озвучено 1 октября, то есть во время предыдущей встречи Резервного банка Австралии. Грубо говоря, текст схожий. Тут было просто написано где-то, что... Одну секундочку, я постараюсь найти. Ага. Так.
Dwelling activity, то есть это рынок жилья потихонечку начинает развиваться из-за низких ставок в Австралии. Сами знаем, что с самого начала лета в Австралии хотят, вот именно сейчас обсуждаем, как вот этот протокол по Австралии Наталья повлиял на австралийский доллар. В известной степени это хорошо. Почему? Мы сами знаем, что с самого начала лета в Австралии хотят уже преструктурировать свою экономику, чтобы они не развивали и не жили только за счет экспорта своих ресурсов из-за горнодобывающей промышленности, а чтобы развивали рынок жилья. Вот первые такие сигналы, что низкие ставки влияют положительно на рынок жилья, там, этот сектор потихонечку начинает продвигаться, если можно верить статистике. То есть это такой хороший момент для австралийской экономики и, соответственно, для австралийского доллара в определенной степени. Но в целом тут по инфляции все нормально. Сейчас я хочу здесь показать, здесь где денежная политика. В целом тут и по рынку труда немножечко таки позитив есть, то есть все нормально, но здесь где-то было написано, сейчас мы найдем. Что? Вот что дорогой австралийский доллар давит на австралийскую экономику, первое. И следующее, это было где-то здесь внизу написано, что австралийский доллар должен немножечко упасть, чтобы оказать поддержку экономике. То есть в целом представители Резервного банка Австралии придерживаются к своему мнению, что австралийский доллар должен немножечко скорректироваться вниз. Плюс они сохранили вот это свое ключевое становище или мнение, что они пока не будут изменять процентную ставку, не будут менять свою денежную политику, но мы не будем исключать возможность, соответственно, о снижении или понижении ставки в зависимости от экономической ситуации. То есть можно сказать, что австралийский банк сохранил свою предыдущую экономику, свою предыдущую политику по денежной политике. Вот здесь написано о австралийском долларе, что большинство представителей видят, что a lower level of exchange rate, то есть если австралийский доллар подешевеет, это будет хорошо для экономического роста. Думаю, что понятно, что нет причин для сильного роста австралийского доллара. Закрываю то, что у меня в минутках, и быстро открываю, что у нас в новостях. Можете прочитать, что один из представителей ФРС озвучил вчера, Уильям Дадли. У меня все больше надежд в отношении экономики США, то есть смотрит позитивно. Перспективы политики ФРС зависят от поступающих данных, но в целом можно сказать, что фундаментальные показатели в США все более благоприятны. То есть Уильям Дадли, хоть у него нет голосующего права в этом году, смотрит оптимистично по текущей ситуации в США. Ожидает роста занятости и приближения инфляции в уровню 2.00 в следующем году. Можете прочитать, что он говорил. Достаточно полезно, достаточно оптимистично высказался Уильям Дадли. Ситуация на рынке труда значительно улучшается. ФРС не видит никаких крупных мыльных пузырей. Весьма вероятно, что ФРС не повысит ставку, когда уровень безработицы дойдет до целевого уровня. Так что не надо спешать, что доллар, если даже он будет расти, что будет расти колоссальными темпами, то есть все будет медленно и потихоньку они будут сворачивать свою программу. Сворачивание начнется, когда придет время. Ну, в целом видно, что
Он Дадли не видит небольшую угрозу роста инфляции. В целом он высказался позитивно. Вот что еще Чарльз Плоссер озвучил вчера. ФРС должна обозначить объем активов, которые будет покупать. Вот ему бы хотелось, чтобы в ближайшее время они инвесторам предоставили или аудитории предоставили вот более понятный план, как будут проводить свою денежную политику по выкупу активов, конечно. То есть будут ли ее уменьшать, какими объемами они будут покупать и так далее. Пришло время начать постепенно сокращать объем покупок облигаций. То есть, вот видим, что уже некие говорят более жестко, что пора сворачивать текущую программу. ФРС упустила отличную возможность начать сворачивание покупки в сентябре. Помните, что американский доллар после этого события резко упал. А ВВП США вырастет на 3% в 2014 году. Уровень безработицы составит вот это слишком оптимистичное такое заявление у Чарльза Плоссера, что уровень безработицы составит около 7% в конце 2013 года. Мы сами понимаем, что практически остался месяц или два. То есть сейчас безработица на уровне 7.3. Чтобы мы дошли до этого уровня, практически нет времени. Если это действительно произойдет, у ФРС будет действительно оправдание, возможность уменьшить программу выкупа активов уже 17-18 декабря. То есть практически у нас один месяц до следующего ключевого события. Имейте в виду, что такой сюрприз может произойти. Они могут чисто символически уменьшить программу на 5, 10 или на 15 миллиардов. И это скажется, соответственно, на валютный рынок и так далее. Быстро показываю, что у нас сегодня в новостях. И рассмотрим все валютные пары. То есть для всех инвесторов, трейдеров, имейте в виду, что вот такие заявления ведущих лиц США указывают на том, что уменьшение программы выкупа активов может произойти в декабре. Это хорошо для американского доллара, думаю, что всем понятно. Вот что озвучил сегодня Резервный банк Австралии в минутках, что написано. Курс австралийского доллара остается чрезмерно высоким, то, что там было написано. То есть для роста австралийского доллара нет существенных причин. Конечно, пара австралийский доллар-доллар может расти только если американский доллар падает. Это не из-за ситуации в Австралии. В 12.50 был такая новость по Китаю. Так, где у нас 12.50? Глава Народного банка Китая: Центральный банк в основном откажется от рутинных интервенций на валютном рынке. Я с целью показываю вот эту новость. Раз Банк Китая откажется от интервенций на валютном рынке, это означает в большой степени, лично по моему мнению, что валютные войны подходят к своему концу, потому что Китай тоже, как и Россия, как и большинство стран, проводили определенные интервенции, чтобы не изменить баланс, то есть не изменить сильно уровень национальной валюты, чтобы экономики сохранялись в нормальном виде. И если все страны потихонечку отказываются от этого, то это значит, что мы подходим к концу валютных войн, и пары будут уже двигаться более предвидимо, то есть волатильность уменьшится. И тогда начнутся рано или поздно более такие понятные тренды. Не то, что пары будут прыгать вверх-вниз, непонятно, куда они идут. Последнюю новость, которую хочу показать, важна для европейской валюты. Это один из ведущих представителей Европейского центрального банка ЕЦБ. Соответственно, Асмусен, Йорг Асмусен. Он озвучил в 13.35, что можем снова принять действие, если данные по инфляции будут указывать на такую необходимость. Помните, что когда инфляция резко упала ниже 1% в Европе, они снизили ставку, евро обрушилось. То есть в целом тут понятно, что они практически уже ничего не могут сделать. Одна из возможностей — это отрицательная ставка по депозитам. Лично, по моему мнению, это полный блеф.
Конечно, такое может произойти, но это полная глупость. Если кто-то в какой-то стране сделает отрицательную ставку, это значит, что вы идете в банк, открываете депозит, и не вам платят, а вы платите за то, что ваши банки, деньги хранятся в каком-то банке. Я думаю, что это смешно, никто не будет тогда делать депозиты, потому что оказывается, что не вы получаете проценты, а платите штрафы за то, что храните свои деньги в банке. Так что это лично, по моему мнению, это блеф, но это указывает на того, что ЭЦБ беспокоится и следит за курсом европейской валюты. Если он сильно растет, это будет уже ЭЦБ будет принимать определенные действия для снижения курса европейской валюты. То есть и по Европе нет причин для сильного роста европейской валюты. Открываем наш торговый терминал и давайте посмотрим, что происходит на валютном рынке. Первая пара — это евро-доллар. Давайте посмотрим, что у нас по аллигатору. Измеряем вот этот боковик. К сожалению, он слишком большой. Возможности нет для открытия каких-либо позиций по аллигатору на часовом время. Но если мы рассмотрим, где мы находимся, то, что мы в последнее время рассматривали, мы практически находимся в этом диапазоне. То есть вот этот диапазон, понятно, что является пока мощным сопротивлением для этой пары. То есть, чтобы пара сильно поднялась до выше 1.3560 или там 50, можете измерить, рассмотреть вот этот боковик. Причин я лично не вижу. До завтра, имею в виду, что это актуально до публикации протокола ФРС. Потом уже все может произойти. Вы сами помните, что доллар начал расти, то есть евро начало падать после 30 октября, вот здесь, после 30 октября, когда было заседание ФРС. Сейчас мы в преддверии публикации протокола именно от этого заседания. Завтра вечером будет тест или тестирование, если действительно вот это падение было оправдано, если оно продолжится, или если тут, скорее всего, была некая эмоция, и мы должны потихонечку тестировать вот эти вершинки, или если нет каких-либо важных вещей в протоколе, то мы сохранимся на этом уровне приблизительно плюс-минус 30-40 пипсов вверх-вниз. То есть все зависит от протокола по США, который публикуется завтра в 11:00 московское время. Я лично не ожидаю каких-либо мощных перемен. Вот то, что и вчера я озвучил вот здесь, что не ожидаю каких-либо сильных движений там на цент или на полтора вниз или вверх до публикации протокола от заседания ФРС. Трейдеры, инвесторы ушли в сторону, ждут, что будет. По всем парам практически ситуация схожая. Давайте измерим вот этот боковик и по фунту. Видно, что возможности нет, хоть идет боковик. Та же самая ситуация на часовом фрейме, если мы рассмотрим. Практически, где у нас 30 октября, вот мы находимся, грубо говоря, на этом уровне. То есть завтра будет тестирование. Завтра уже будет понятно, если рост доллара был оправдан или это было слишком эмоционально. По австралийскому доллару тоже схожая ситуация. Видно, что протокол от заседания Резервного банка не смог повлиять. По аллигатору видно, что возможности нет. Но мы практически тоже находимся и здесь, около вот этого того самого боковика по австралийскому доллару. То есть если было оправдано вот это падение именно здесь после 30 октября, сейчас будет ясно. По иене ситуация немножко другая. Вот здесь мы находимся в этом симметричном, мы находились достаточно долго в симметричном треугольнике, мы вышли из него. То есть восходящий тренд уже продолжается. Я придерживаюсь к своему мнению, что пара будет идти вверх. Наши уровни озвучены, долгосрочные уровни по этой паре. Первый уровень, то что был... Так, одну секундочку, 103.50 и второй 109. Это такие долгосрочные уровни, к
до которых мы можем дойти в течение нескольких месяцев, там, 6-9 до года. То есть потихонечку пара будет идти вверх, это третья волна по волновой теории, даже если вы вспоминаете о том, о чем мы говорили. Так что третья волна, она достаточно уже более, не то что сильная, но более медленно должна развиваться. Тут нет причин для ожидания роста иены, то, что озвучивают и представители Банка Японии. По аллигатору, наоборот, здесь формируется некий боковик, пока он недостаточно комфортен. Но имейте в виду, что завтра после встречи, если мы сохранимся, грубо говоря, на этом уровне где-то, между 99.50 или 40 и 90 и до 100, там 50, если сформируется боковик, я бы выложил свои отложенные buy-stop ордера. Мне здесь пишет Копотилов Роман, это пятая волна. Каждый по-своему рассматривает, какие волны, о какой волновой теории вы говорите. То есть лишь бы заработать. Для меня это третья волна, это финальная волна по теории Эллиота. По волновой теории Эллиота можете рассмотреть, что там есть практически первая растущая, вторая и третья. То есть это третья, последняя растущая волна, которая достаточно долгая. Так, по швейцарскому франку схожая ситуация. Мы находимся в нижней части. Те, которые здесь покупали, сохраняйте свои длинные позиции для позиционной торговли до 98. На часовом фреме видно, что и здесь практически нет возможности по аллигатору. Сейчас формируется некий боковик. То есть по всем парам мы практически дошли до вот этого боковика, который сформировался чуть после заседания ФРС. И практически мы тестируем вот эти гэпы, которые сформировались после 19-го. То есть вот здесь практически, которые сформировались, мы их протестировали, вот этот гэп, грубо говоря, 92.40. До встречи, около встречи ФРС 18 сентября. По всем парам мы находимся именно на этих уровнях. Пара евро-швейцарский франк, вот по этой паре есть возможность по аллигатору, то есть нет возможности, здесь есть теоретическая возможность, но по этой паре мы никак не торгуем из-за низкой волатильности, из-за того, что пара практически спит. То есть мы давно обсуждали, что по этой паре нет никакой возможности для любой торговли, если честно. По канадскому доллару на часовом фрейме тоже сейчас формируется некий боковик, вполне комфортный. Если он здесь формируется сейчас, фракталы на покупку, то это будет первая пара, по которой можно открываться по аллигатору. Плюс мы дошли до ключевого уровня. Видно, что мы его тестируем достаточно сильно уже. Мы находимся выше вот этого уровня. То есть, если завтра вечером все будет нормально в минутках, то есть будут некие намеки о сворачивании, то нет причин для падения ниже вот этого уровня. Понятно, что если завтра вечером будет написано в протоколе, что никто не обсуждал, там не обсуждалось сворачивание во время предыдущей встречи, а наоборот ситуация на рынке труда ухудшается, то пара может спуститься вниз. Но если все нормально, если все по плану, то этот уровень уже является сильным сопротивлением для дальнейшего падения. И вот если сегодня сформируется здесь некий фрактал на покупку, он скорее всего сформируется через час или два, грубо говоря. То есть сейчас закроется вот эта свеч, потом еще одна нам нужна, чтобы здесь сформировалась. Тогда можно рассматривать аллигатору. По золоту видно, что тоже нет причин для сильного падения. Мы практически находимся на этом уровне, когда мы находились практически и, грубо говоря, чуть выше, чем до встречи в сентябре. То есть здесь и по золоту, и по серебру в определенной степени уже идет такой, скорее всего, нисходящий треугольник, то есть боковое движение в нисходящем треугольнике.
мы об этом пока не можем утверждать, но здесь учтено маленькое сворачивание программы выкупа активов, по моему мнению. Какие у вас вопросы по валютным парам? Мирешка Валентина, а почему сейчас полетела иена вверх? Давайте мы тогда, я озвучу свое мнение. Вот в целом вы понимаете, что по иене мы ожидаем, что начинается потихонечку снова восходящий тренд. Хоть восходящий тренд, он никогда и не был сломан. Вы сами знаете, что мы когда рассматривали вот эту пару, когда мы строили вот этот симметричный треугольник, здесь практически видно, что все донышки, они повышались. Практически восходящий тренд, он никогда не был сломан. Он был сломан по вершинкам, то есть здесь сформировался вот этот симметричный треугольник, который мы рассматривали. Мы вышли из симметричного треугольника. Видно, что вот если мы рассмотрим вот эту вершинку, сейчас новая вершинка уже выше вот этой. То есть восходящий тренд, он возобновился полностью и по донышкам, и по вершинкам. Хоть мы сейчас тестируем вот эти вершинки. Так что имейте в виду, что я думаю, что вот это восходящее движение будет идти зигзагом. А лично я не ожидаю, не думаю, что иена так сильно выросла. То есть я вижу здесь рост на 14-15 пипсов. Скорее всего, до встречи практически, до публикации протокола ФРС, если мы рассмотрим вот эту вершинку, 150 и здесь 99, практически 50, скорее всего, в преддверии публикации протокола мы должны двигаться как-то в неком боковике, в зависимости от эмоций, в зависимости от макроиндикаторов и так далее. Но я лично не думаю, что до этого пара может сильно подняться там выше 160 и так далее. По этой паре. Так что по этой паре, те из вас, которые при выходе открывали свои длинные позиции по этой паре, не беспокойтесь, если есть некие маленькие падения, если есть сильный рост, это хорошо. Ну, понятно, что если что-то такое странное произойдет завтра, то хорошо всегда иметь некие стоп-лоссы, как минимум ниже вот этого уровня. Тогда доллар начнет расти, золото будет падать, получается. Ну, Наталья, вот лично по моему мнению, по золоту, то, что я говорил, по золоту сейчас формируется некий боковик. Это непонятно пока, где будет вершина точно, где будет дно или это нисходящий треугольник. Имейте в виду, что в цене уже учтено определенное сворачивание программы. То есть, если в протоколе не будет написано о сворачивании, здесь может золото вырасти. Но ожидать, что золото будет сильно расти, я думаю, что золото уже в прошлом, волатильность по золоту сужается. Так что по этому инструменту не надо думать, что и оно сильно обрушится. Я не знаю, что вы имеете в виду, будет падать. Вот здесь есть такой минимум. Если будет сворачивание сейчас, то мы можем протестировать вот это дно. Но я не могу сказать, что я и слишком большой пессимист по золоту, что оно упадет ниже 1200 и будет там ниже 1100 или до 1000. Я не ожидаю, что золото дойдет до 1000 в течение 2-3 месяцев. Но я не ожидаю, что и золото может подняться выше 1400, например, и сохраниться. То есть уже идет более вялое, то же самое и по серебру, более вялое движение по этим инструментам. Они, скорее всего, уже в прошлом. Видно, что волатильность по ним уже снизилась. Если других вопросов нет, то пора прощаться. Сабирджанов Хабибулла прогнозирует, что коррекция рост евро-доллара от 1.30 до 1.30 и оттуда вниз уже, скорее всего, все возможно произойти. Я с вами согласен, кто-то так прогнозирует, кто-то прогнозирует, что сразу упадет до 1.30. Скорее всего, я лично думаю, что мы сейчас находимся на неком уровне 1.35, грубо говоря, по паре евро-доллар. И даже если в минутках не будут говорить о сворачивании в США, а наоборот будут говорить, что ситуация на рынке труда ухудшается, то есть пора продолжать предыдущими темпами программу выкупа активов,
Хорошо, если доллар будет падать и поднимется до 1.37 или протестирует предыдущую вершинку, я бы лично с удовольствием бы на этих уровнях открыл бы короткую позицию. Если экономическая статистика сохраняется, то есть я вижу, что в США ситуация улучшается, в Европе не так сильно изменяется. Так что если будет разочарование после минутках, после публикации протокола от встречи, и если пара евро-доллар дойдет до 1.37, это для меня будет хорошая возможность лично для себя открыть короткие позиции по паре евро-доллар, потому что я не вижу никаких причин для роста европейской валюты выше 1.40 в долгосрочном периоде. Но это лично мое мнение, это вы сами для себя решаете. Все может произойти, если они будут говорить о сворачивании, и оно произойдет в декабре, то пара евро-доллар нет причин для роста европейской валюты, по моему мнению. Тогда всем хорошего дня, прибыльных сделок. Ну, это понятно, что сейчас лучше отойти в сторону до завтра вечера. И до встречи завтра снова. Встречаемся в 17:30 московское время.